Приветствую, друзья. Играй свою игру. Побудь ребенком 5 минут в день. Что тебе хочется, то и делай. Закрой дверь, чтобы не подумали, что ты уже тю-тю. И играй свою игру, а не чужую. Для того, чтобы это сделать, приходи на вебинар. Потому что 5 минут в день, побыть самим собой, побыть ребенком, каким ты был маленький, когда что хотел делать, а потом еще и вспомнить, какие игры любил в детстве. Это потрясающе дает большой эффект при такой простоте и уникальном подходе. Настолько просто, что поэтому раньше людям и в голову не приходило, что 5 минут в день надо побыть самим собой, именно сыграть с собой. В детскую игру, в имитации. Без мяча, без ракетки, без дерева, на которое любили лазить, но там все это дело сымитировать по принципу приема в ключ 2. До встречи, друзья!